Здравствуйте, друзья! Несколько минут назад журналисты сообщили трагическую новость. Не стало легендарного переводчика и радиоведущего Леонида Володарского. Писатель скончался на 74-м году жизни. Его голос знает каждый, потому что в 90-х годах именно он озвучивал 100% фильмов, поступавших из-за границы. В юности он дважды ломал нос, авария, а потом драка, из-за чего имел характерные особенности голоса, в связи с чем о Володарском сложилось мнение, как о, цитата, «переводчике с прищепкой на носу», немного гнусавым. Но это не помешало построить ему карьеру на радио и стать знаменитым переводчиком. Леонид Вениаминович скончался в результате продолжительной болезни. Трагедию подтвердили родственники переводчика, цитата, «Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим человеком. Он известен не только как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка». Именно так говорится в сообщении родных.